С этим праздником десногорских огнеборцев поздравили глава города, директор Смоленской атомной электростанции и депутаты. Благодаря мужеству, отваге и профессионализму работников пожарной охраны, сегодня мы все уверены в своей безопасности. Пусть в этот праздничный день огонь горит только в ваших глазах и душах, а дым никогда не закрывает мирное небо над вашей головой. С праздником! Особо отличившихся наградили медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами. Поздравить ныне действующий состав с праздником пришли и ветераны. От всей души мне хочется поздравить действующих сотрудников, кого судьба каждый день испытывает на прочность и профессионализм. Товарищеская помощь, взаимовыручка, самопожертвование и страдание чужому горю – это сущность работника пожарной охраны. С праздником! Днем работника пожарной охраны! Главным подарком для огнеборцев стал концерт, подготовленный творческими коллективами городского центра досуга.